Политическая месть. Именно так депутат горсовета Анна Шабанова расценивает ночной поджог своего автомобиля. Ранее ей и ее близким уже угрожали, а в декабре прошлого года сожгли магазин – единственный источник дохода Анны. По словам депутата, звучит одно требование – сдать мандат. Связано это с тем, что в партии Шария наметился четкий раскол, и группа, которая попала в немилость к идеологу партии, блогеру Анатолию Шарию, теперь выступает против руководства политсилы. Этот инцидент я напрямую связываю со своей политической деятельностью, со своей деятельностью как депутата Одесского городского совета. Я считаю это давлением на меня. Все делается для того, чтобы я сдала мандат депутата горсовета. Ранее целый ряд местных депутатов от партии Шария из разных регионов, бывших партийцев, а также экс-глава партии Антонина Белоглазова открыто выступили против идейного лидера политсилы, заявив о коррупции в партии, продаже голосов, тотальном влиянии ПЗЖ, а также самодурстве руководства, включая супругу Шария Ольгу, которая является формальным главой партии. Напомню, что Анатолий Шарий не может сам возглавлять политическую силу, он имеет статус беженца, который сейчас оспаривается в судах и более 10 лет живет в Европе. В Украине блогер обвиняется в государственной измене.